Детский деревянный стульчик АМТО изготовлен из натуральной прочной древесины. Довольно тяжелый, но устойчивый. Легкий в сборке. Спинка стула представляет собой две поперечные перекладины, продетые в легкую ткань. Это хлопок, его можно снять и стирать. Сзади есть кармашек для мелочей. Сбоку спинка украшена деревянной божьей коровкой с мягкими тканевыми усиками. Приятный зеленый цвет, абсолютно все углы стульчика сглажены, включая нижние срезы ножек. Древесина качественная, хорошо обработана, очень гладкая.